Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала «Самобранка». Готовимся сегодня удивлять своих гостей и приготовим очень вкусный суши-торт. Для приготовления нам необходимо рис для суши, вода родниковая, крем-сыр, крабовое мясо, семга слабосоленая, огурец свежий, авокадо спелое, кунжут светлый, темный, уксус для суши, сахар, соль, соевый соус, лимон свежий, имбирь. 200 граммов риса промываем в нескольких водах и варим на маленьком огне под закрытой крышкой 15 минут. Готовим заправку для риса. 60 граммов рисового уксуса. Смешиваем с 1 чайной ложкой сахара, добавляем немного соли. Заливаем горячий рис заправкой и перемешиваем. Даем остыть. Семгу нарезаем тонкими слайсами. Крем-сыр хорошо вымешиваем. Добавляем соль. Огурец нарезаем тонкими слайсами. Авокадо очищаем и извлекаем серединку. Сбрызгиваем мякоть авокадо лимонным соком. Измельчаем авокадо и добавляем 1/2 часть крем-сыра. Добавляем соль. Квадратную форму смазываем растительным маслом. Первым слоем распределяем заправленный рис. Смазываем кремом с авокадо. Выкладываем слайсы огурцов. Выкладываем крабовое мясо. Выкладываем рис. Смазываем рис белым крем-сыром. Сверху выкладываем тонко порезанные кусочки семги. Украшаем суши-торт розой из маринованного имбиря, кусочками лимона и огурца. Подаем к столу и удивляем своих гостей. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Самобранка» и ставьте лайки. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока! Thank you.